Добрый день, уважаемые родители и любимые наши дети! Завтра у нас 15 мая будет праздник День семьи. Я хочу вам предложить выполнить вот такую красивую открыточку, в которой держат папа и мама сердечко дружной вашей семьи. Для этой открыточки нам надо всего лишь два листа цветной бумаги, сложенной пополам. И нам нужно будет, как всегда, ножницы, карандашик и клей. И а еще нам нужна будет наша ладошка. Я свою ладошку уже обвела вот на таком оранжевом листочке. Вот у меня как получилось. Обратите внимание, что большой пальчик и указательный пальчик будут у нас к линии сгиба поставлены. Это у нас называется силуэтное вырезание. Мы будем учиться уже с вами вырезать не один предмет, а сразу два предмета. Итак, я свою ладошку обрисовала. Большой пальчик, обращаю еще внимание, к линии сгиба и указательный к линии сгиба. Все, далее мне надо вырезать. Я уже вырезала свою ладошку. Вот она, моя ладошка, вырезана. А из обрезка у меня получился вот такой обрезочек. И вот такой половинка. А теперь я вот эту половинку хочу открыть. Посмотрите, что получается. О, сердечко получилось. Красота какая. А вот это сейчас открою. И получилось у нас две ладошки. Мамина и папина ладошка. Теперь мне это все надо наклеить на вот этот сложенный вдвое лист. Смотрите, серединку я сюда буду наклеивать ладошки. Вы сами уже наклеите, потому что вы это умеете. Ладошки. А на вот этой страничке у нас будет что? Сердечко. Ребятки, семья — это большое счастье. И детям, и взрослым нужна крепкая семья, любящая семья. И насколько много добра вы получите в своей семье, настолько вы будете добрыми, любящими родителями для своих деток. Итак, я предлагаю вам сделать вот такую замечательную открыточку для вашей дружной семьи. Выполняйте.